Только что мы взяли интервью у тренера, а также директора спортивного зала Ближневосточного университета Сулеймана Атамтюрка, который сказал, что крайне важно для спортсменов, для тех, кто занимается в этом спортзале, заниматься не только внутри помещения, но и бывать почаще на природе во время вот таких походов, как сегодня, в горы. И, кстати, сегодня очень замечательная погода, и тренер также отмечает, что такие походы крайне важны еще и потому, что во время них вырабатывается гормон счастья, эндорфин, и, в принципе, все люди, участвующие в походе, очень довольны. И им все нравится, им нравится погода, нравится атмосфера. Это вложение в социальную жизнь нашего университета. Мераба. Мераба. Нерелисинес. Кыпрыслы. Кыпрыслысинес. Бөле бір дай үйрюше илгдефа мы катылыйосынес? Эвет, илгдефа катылыйорам бу группта. Пеки мемнумсынес? Эвет, чок мемнум. Шимди гезинин ярысы гечти, артык чок му йорулдунус? Hayır, yorulmadım. Daha yeni başlıyoruz. Ha, beğeniyorsunuz. Evet. Hava da çok güzel bugün. Evet, bugün hava güzel. Her şey yürüyüş için yapılı gibi. Evet, aynen. Peki spor salonunda çalışıyor musunuz yoksa tek geziye geldiniz? Çalışıyorum. Bir ara vermiştim ama yeniden başlayacağım tabii. Peki genel olarak yürüyüş için ne söyleyebilirsiniz? Bugün hava çok güzel. Tam yürüyüş havası, ilkbahar da geldi. Yani böyle yürüyüşlerin devamlı yapılmasını tercih ederim. Antrenmanlardan memnun musunuz? Evet, memnunum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.